Так, еще раз всем привет, с вами Слэм, и мы смотрим чемпионат мира среди ботов, первый пистолетный раунд, карты Мираж, Уибот против Лекботс и... ну и это будет заруба, наверное, века, я не знаю, еще и смотрим, смотри, что происходит, втроем, вот это, боти пушит ковры, а тут пятеро уже. Смотрите, что делают. Они сидят на Б, они думают то, что это Б. Ну, шведы, как в принципе свойственно шведам, попытались угадать направление атаки, в итоге обосрались. И сейчас им предстоит весьма нелегкое выбивание, с учетом того, что тимплей у этих ребят отсутствует. И вот, ого, там уже в зиге получается, смотрите, бодрость. Ну давай, покажи нам Линдберга. Патрик Ботрес Линдберг. Это клон Фореста, но не работает клон Фореста, клон Гидрайта, он же Ботлефт. Будет прикрывать Битона, генерального директора команды НИП в настоящем. И вот это поворот, ёб твою мать, он дефузить начал сразу. Виктор с ножом, Виктор падает, Битон убивает, шведы начинают резаться зачем-то с Вейдом и взрываются все на этой бомбе, забыли про нее совсем в этой перестрелке, бывает 1-0, ну... Ничего страшного, немцы могут на самом деле пройти в финал, потому что одна немецкая команда уже в финале. И вот вторая команда, Уибот, тоже может попасть в финал, если обыграет сейчас шведов Лекботс. Но, к сожалению, русская команда Ботздоров не смогла выиграть, потому что, ну, Ниндзя Дефьюз на самом деле там во второй половине все зарешал, когда все-таки попытались наши парни переломить и прихватить инициативу, переломить ход раунда. Ну и наблюдаем за атакой в ЗИК, укрепление апланта у Лекботс. Ну, шведы, они шведы везде, даже боты шведы. Пытаются угадывать. И Битон. Ну, он как... Вот это прыжок просто. Прям прыжок. Прыжок спавна. Дэйв по нему пострелял, но не хочет убивать. Хотят на нож, наверное, посадить пацана. Нет, Виктору отдается фраг. Ну вот Виктор, это скорее всего... Виктор, скорее всего, это предатель. Он играл, на самом деле, уже за Ботздоров в прошлом году. Но вот в этом году почему-то получил гражданство Германии, видимо, и... ну, короче, как этот. Или вид на жительство. Ну, в президенты ему баллотироваться теперь точно нельзя. Ну что ж, так, Бискер минус Дэйв. Вот это поворот. 4 в 4, врыв плен. Защита рвет и мечет Вейд. С ножом пытается уйти. Агрессивная перестрелка. Ну, по-моему, сейчас опять 10 человек взорвется, да. И... Уебот. 2-0. 2-0 в пользу Уебот. И пока идут уверенно. Идут уверенно. Друзья, не забываем то, что у нас донат открыт. Я читаю комменты, читаю твиттер, SL4MTV, пишите туда. И это просто эпичное зрелище. Так, ну вот самое главное, финал не пропустить. Мне уже интересно, как там в финале будет. Так, передай привет Ризику и Бронсону. Привет Ризику и Бронсону. Так, видео здоров против 99 Damage. Кто-то добавил себе в избранное, молодцы. Что я могу сказать? Ну а здесь замес продолжается вовсю. Посмотрите, Финн протаранил Ботти. Битон обходит в спину, а защита в этот момент. Защита в этот момент просто отдает снова Б-плент, где один Дэйв ставит бомбу. Его тиммейты все находятся в окне. И два... Эй, парни. Пс, эй, парни. Пс. Не хотите на Б-бомбе подойти? Я жду ниндзя дефуза сейчас от Битона. Битон должен показать нам уровень, но он зассал идти в точку, опасаясь за своего друга Ботлефта, который вместе в ассисте с Ботрестом убирает трое. Надо дефьюзить бомбу, и, по-моему, Битон выходит на плент, а там сидит Дэйв, Дэйв не успевает взять на реакцию Битона. У Битона нет дефузов, он решил просто засейвиться, засейвить свой ножик, засейвить первый армор. Выходит на Виктора, Витек его видит, Битон достает оружие, Витек пугается, и это 3-0. Какая жалость, просто, друзья, что же будет дальше? Что же будет дальше в этом офигенном ультразамесе, пока никто нам не скажет. Никто не знает, что будет дальше. Пока все выглядит очень-очень эпично. Так, ну давайте смотреть, что будут делать сейчас у нас шведы. Вот я вижу у них 2 P90, 3 ФАМАСа и P90 у всей немецкой команды. Вот это браво просто. И, так, ну смотрим на трое. Трое с бомбой, значит, будет действовать первый. Так, ну давайте смотреть. Сможет он зайти на Б. На Б двое его ждут. В итоге трое несет эту бомбу в подарок. Подарок шведам при счете 3-0. Видит первого. И минус. Ботрест. Ботрест не справляется с ситуацией. Пытается перехватить. Ботти убивает бомб кэрри. Финн и его друзья в шоке. Они заняли коннектор. Занят дом. Дэйв. Я не могу это смотреть уже.
Так, ну это какие-то вареники пошли уже. Все, смотрите, смотрите. Да, друзья, не забываем про донат. Пока только вебмани. Вообще, если хотите, esportscaster@gmail.com, это PayPal. И вообще, самым лучшим, наверное, будет, если вы просто закинете вебманьку. Это, кстати, не так тяжело делается. Самый удобный способ, по-моему, для СНГ. Так, ну что, 1-3, клатч от Вейда. Вейд ставит бомбу. Ему... Так, Вейда напугали, ставит бомбу еще раз. К нему заходит в спину Битон, и бомба не ставится, денег не должно быть, но там экономика за раунды. Посмотрите, 2-7, 5-3. Ну, короче, будут закупаться. Да, будут закупаться немцы. Опять по P90. Каждый бот берет себе по 90, а у защиты 2 по 90, 3 кольта уже есть. Но я жду, на самом деле, когда снайпер команды проявит себя. Вот именно шведские боты должны здесь как-то попытаться. Черт, что за наркомания? Передать привет моему другу Боти, который сейчас тащит чемп мира. Да, друзья, это чемпионат мира, и с этим ничего не поделать, к сожалению. Вот. Так, вот это поворот. Битен Бискер отыгрывают. Ну ура, остается Вейт его. Аркадит бот лефт и убивает. Вау, 2-3. Так, ну все, сейчас все берет Ботти АВП, сейчас будет точно катастрофа. Полная катастрофа. Ахинея, фуея, фифел я весь вообще. Так, вебмани говно, киви лучше. Ну, я с киви не разбирался. Какой призовой, слэм? Призовой 250 виртуальных долларов, тысяч, миллионов. Смотрите, какая позиция у Ботти просто. Прям я не знаю. Вот я сейчас просто начинаю понимать, что, знаете, вот ботов... Вот это аркада от Фина! Бомба! Второй выстрел падает! Твою налево Ботти тащит! Готов переломить, но Виктор... Виктор может забрать бомбу. Виктор пока стоит в ступоре и не понимает, что от него требуется. Вот это перестрелка, парни. Виктор остается один, его команда не проходит с коннектора. И Виктор пытается перехватить инициативу. Встречает Ботреста, и тут попадает в голову. Ботрест стабилен. 3-3. Здесь борьба. Здесь борьба. Что касается первого матча, там наши парни попытались, но дальше не получилось. Так, Слэм, куда шмот можно скинуть? Не знаю. Согласен, киви лучше. Ну, тогда я не знаю, что делать с киви, потому что туда как-то... Не знаю, как закинуть. Так, в Твиттере мне пишут. Передай привет Гриффину и Ронде. Пожелаю удачи команде Флэби в предстоящем турнире. В каком предстоящем турнире? Чемпионат мира среди ботов прямо сейчас. Так, Гидрайт сейчас плачет. Его брат играет на чемпе мира. Ой, да, забыл сказать, что Ботлефт более... болеет синдромом Дауна. Ну это да, это, по-моему, вот знаете, чемпионат для больных аутизмом больше похоже, чем... Так, ну смотрите, бомба Б, все, опять уебок ведут шведы. Зааркадили Витю. Витек, давай, не, Витек упал, все, подскользнулся. И шведы, в принципе, вчетвером сейчас играют на проход в Б-плент, но встают зачем-то на месте. В итоге Бискер будет обходить Зига, остальные его трое догоняют. Ну и Бискер здесь явно должен справляться с Вейдом или Дэйвом. Ну хоть с одним видит здесь игрока нападение, берет ножик, и они оба обосрались друг друга. В итоге я увидел снова, надо убивать. На него бежит, на нож, говорит сейчас Бискер, не посадишь меня, и отстреливает. Но посмотрите, сейф 4 девайсов против 1 Дэйва. Выбивание было по шансам, но что-то шведы облажались шведы. Наши русские боты хотя бы бегали в аркаду. Так, чемпионат мира среди ДЦПшников. Какая игра? Так, что мне? Реально нравится стримить эту хрень. Чувак, это смотрит. Так, посмотри. Посмотри, сколько это смотрит. Это на самом деле смотрит больше, чем какой-то матч StarLadder с участием команды Aces. Стар-команда, просто звезды. Это реально смотрит больше, чем там, я не знаю, чем какой-нибудь кик против GamePub, которые, кстати, уже слились. Так, ну чё, бот лефт в точке. Дэйв выходит с бомбой на Б. Вот это опять наглая игра. Опять наглая игра пошла от немецких ботов. И Дэйв... Дэйва сейчас убьют просто. Нет, ставится бомба, прикрывает Витя. Бомба встала, и посмотрите, шведы опять какие-то потерянные. Они не знают...
Они думают, ага, парни, вы нас развели, ну все, мы сейчас будем стреляться жестко. И есть уже первый игрок защиты, который хочет проявить это Ботти. Ботти не заметил, как Дэйв обошел его в пленте. И Дэйв идет, пушит, твою налево выходит, а тут просто четверо, трое, никто не стреляет. Пытаются загнать красного, Лефт должен отыгрывать, и Лефт, да, попадает. Это минус 3 от Лефта. Минус 3, ну он просто почти как Гидрайт, только Лефт. В итоге влетает трой, давит, Биттен остается последний, бомба. Какие размены в кухне, бомба взрывается, 5-3, у Ебот выигрывают, Лег Ботс, и это жесть. 9-й раунд для этих парней. Потом смена сторон и продолжение этой драки. Но это жесть. В первой половине уже в зоне комфортного счета немцы, а вот шведам пока предстоит, я не знаю, как что-то здесь говорить, когда все, по-моему, понятно. Так, ну это, наверное, будут самые рейтинговые. Так, ну, матч продолжается, и, в общем-то, сейчас неуверенный выход на плент от команды Уебот, но они играют на бомбе, поэтому у них инициатива в руках. Смотрим на Троя, Трой. Ох ты ж, Троюшка, ёпта. Ку-ку, ёпта, я тут, и смотрите, что происходит. Эти шизофреники какие-то, еще одна бомба для Уеботов, это 6-3. Ла-л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 а. Неужели мы не увидим... Неужели это будет немецкий финал? Я не согласен. Чемпионат турнира среди ботов против Aces. Вот это будет заруба. Но не, я думаю, они проиграют. Скажут, что мы таким трудом в прой-серии выходили. Попробуй выйди из прой-серии. Тем не менее, матч продолжается. И экшен просто набирает обороты. Так, ну вот Дэйв, ого-го-го-го, Дэйв, смотрите, что он натворил, не смог разменять своих тиммейтов, поджали, шведы вообще бодро, вот Ботти пытается здесь протиснуться через своих двух братков, в итоге голубенькие залетают в ковры, сидит красный Дэйв мансует, не сдается, к нему приходит Вейт, и Вейт, да они здесь не ждут, Вейт настроен серьезно, показывает все на перекрестном огню, проигрывает Ботлефт. Фин, все, на Фина вся надежда, 1-2, бомба ковры, что за жесть происходит, какие эмоции, и Фин! Бискер против Фина, и Бискер выходит в ботлефт, и это минус от Бискера, все-таки 4-6, загнали, у них тупо все по 90, так понятно, по 90 ж это модно, ты не шаришь, все боты знают, что играть по 90 это супер, на девайсных раундах особенно. Вот есть предположение, что у Легботс, у шведов, да, сильная сторона, это атака, и они ее покажут. Смотрите, ее залагало, заглючило. Он такой потерся жопой об стенку и пошел в другую сторону. Чего ты там написал, я не понял. Бот Ботти. You say slam, slam, please say Ботти at me. Вау. Так, во сколько будет скайп-шоу? Что это такое? Так, фасолинку теребонькой. Утка. Так, ну в чате здесь у нас слэм, гоу, друзья. Да не, там много народу. Давайте, наверное... Ботлефт не огорчает Гетра, кстати. Так, ну чё, где тут? Ботлефт. Ну так, опасный момент. Ботлефт сейчас готов покорить сердце Фина, если убивает этот дефуз бомбы. И в итоге он не чекает его. Бомба опять пугает Ботлефта. Он обосрался и бежит обратно. Это жесть. Все, уеботы ведут. Короче, я сейчас не могу просто. Погоди. Где там у нас этот? Так, ну вот сейчас Гидрайт отреагирует нам в скайпе. Я у него просто спрашиваю, его ли это брат. Ну, просто для официальности, да, потому что возможно.
Так, ну и давайте смотреть статистику. 15 на 3 набирает бот лефт. Вообще не разочаровывает. Я говорю, это точно, ну... Бот Гидрайта, вот бот Рез 9 на 10 тоже стабилен. 9-3 битен, Бискер 6-4, 5 на 7 боти. Ну, Трой, Дэйв, Вейт, Виктор. Атака впереди, понимаете, вот фраги не решают, атака впереди. Опять-таки, боты доказывают, что тимплей в этой игре просто супер. Так, а можно здесь ему сообщение написать? Ну, смотрите, 30 очков, 15 на 3 стата. Ботти минус Вейт. И, по-моему, упала бомба, да. Бомба упала на пленте. Сейчас проблема будет у немцев. Вот после этого, наверное, бот-лефт сейчас нормально подсуппортит в... Не-не-не, тут сплит-атака продолжается. Смотрите, отбивается Ботти, пытается отбиться. Вот это попал! Смотрит вверх-вниз и уходит. Уходит от врага, заходит в яму. Делает релат. Три игрока атаки открываются в этот момент уже на пленте. И идет активная перестрелка с коннектором. Дэйв, давай, 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 зашивай, братан. Идет пушить 3 в 3. Ситуация меняется. Шведы начинают просто сейчас писать кипятком. Гидрайт плачет. Ботти контрит Фина. И посмотрите, какой мансует. Уходит от Фина, не давая ему себя загнать. Бомба в этот момент ставится на точке. Ну, чуть-чуть не хватает шведа. Мы понимаем сейчас Ботти, что надо идти выбивать апленд. Бискер убегает с Б-плента. И все, все, надо выбивать. Но эту бомбу уже, по-моему, не забрать будет Ботти. Надо было контрить сразу. А он убежал на респаун. Сама Волочка. Сама Волочка. 7-4 и Бискер. Какого хрена я это смотрю? 2 по 95 берут раунд. Это 8-4. У Еботы впереди. Просто впереди. У Ебот. Победа тебя ждет. Hello. We offer service for Twitch streamers such as increasing viewers, followers and total views. We can be found shoptwitch.com от Сосифилис со своим сообщением. Скотина. Опять какую-то рекламную порнуху продают для строптивых. Так, ну чё, занимают позиции. Смотрите, нагло играют. Я, вот смотрите, реально как Гидрайт играет. Я не знаю, он реально выполняет все функции. Все функции, которые должен. Так, загнали, загнали втроем респаун. И тут уже два немца стоят. Все, надо выигрывать. Ну, надо брать весом. Бот-лефт отводится. Вот это не попал. Вот это, блядь, не попал просто. Просто Габелла. И зажим. Ну, вот она голова. Давай, 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 давай. Добивай. 14 пуль в обойме. Он начинает перезаряжаться. Твою мать-то. Дэйв. Находит здесь Бискера. Минус Бискер. Бэплэнд пустой. И два игрока. Смотрите, они сидят и не понимают, что с этим типом надо сделать. Они этого просто не понимают. Ну чё, 4-8, бомба Б, и посмотрите. Разворачиваются шведы, понимают, что оп, опять плент пустой. Нас обманули, парни. Нас обманули боты, и мы сами тоже боты. И в итоге они сейчас будут играть против Дэйва. Дэйв слышит выстрелы справа. Перекрестный огонь. К нему, кстати, уже бот за этот, как его, зашел, видите, да? Даже боты в перекрестный огонь могут встать на бомбе. Не то, что бот-лефт мышка лагает просто. Ну все, они опять проигрывают раунд. Это уже не смешно, это уже 9-4, друзья. И какие-то здесь... Какие-то здесь пока качели нет, но вот, по-моему, будут. Читаем чат, SL4, мне спортс комментатор. Передай привет Максиму Шадрину, Раку, Супер Раку. Киньте ссылку, как Слэму в личку написать, как он записан. Вы можете на Twitch TV писать в личку, кстати. Я там могу ее читать. Там теперь API работает нормально и все ок. Так, вот лефт не огорчает Гетра. Так. Бот лефт the best просто, и все. Так, идем обратно. В КС я так альтабаться буду, парни, извините, но... Просто ничего с этим не поделать, пока у нас все вот в таких вот моментах. Но тут уже опять Дэйв ставит бомбу. Да он бомбу поставил уже больше, чем, не знаю, больше, чем Гидрайт в этой жизни в туалет сходил. По-большому. Дэйв выходит спиной на игрока защиты и пытается дать свертушки. Не срослось, залагала мышка. Ну, бывает, да, плохо настроил Сенсу. Виктор пытается сделать то же самое, но понимает, что его пытаются обмануть. И жопой стоять врагу нельзя. В итоге играет. Все, идет бот лефт. Посмотрите на бот лефт. 15 на 5.
15 на 5. Просто божит. Божит, голубчик. 10-4 у ебот впереди. Вторая половина, по-моему, будет просто пыльная. Вот мне предлагает присоединиться к клану Иух. Но мы же не такие. Так, где там чат? Передай привет моему другу Эдвину. Напоминает матчмейкинг Слэма, да. Передай привет Картону. Не флуди, сука. Понял? Опа, опа, блокированный в чат заходит какой-то чувак. Ладно, мы продолжаем смотреть за этим невероятным зрелищем. И пока Ботти перехватывает инициативу и всю команду из Германии на пар еще, ну почти всю. Но бомба все равно встает на Б, потому что никто не смотрел Б. Посмотрите, красный стоит. Вот где логика у бота? Хрен его пойми. Бискер минус Фин. Трой не даст выйти в зигу и ставит хедшот по Бискеру. Но, тем не менее, еще ничего не закончено, потому что Виктор сейчас отдал плент и идет дефузить. Это будет ниндзя деф. Давай, 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 давай. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ёб твою! Что ты делаешь, ботла? Ботлефт, прекрати. Отпускает дефуз в последний момент. И это просто он подставляет всю свою команду. Это Анал Карнавал. 4-11 и первая половина за командой из Германии, за ботами из Германии. И статистика перед вами на экранах понеслась. Вторая половина, 11-4 в первой. Ну, у шведов есть шансы сделать камбэк. У них есть шансы сделать камбэк, и они смогут это показать нам, наверное, да. Это будет очень волевое решение для них. Но давайте смотреть. Шведы идут сейчас пятером на, ёб твою. И немцы идут впятером на А, твою налево. Но все будет решаться вот этим парнем, я уверен. Вот он будет решать в этом раунде. И давайте смотреть, что будет происходить. Так, Бискер, отлично. Дэйв упал, Трой. Трой тоже упал. Все, 2 в 4, все хорошо. Все, будет камбэк, все нормально. Виктор пытается попасть, в итоге перезаряжается и... Вау, Финн, вот это трюкай, смотрите, с лестницы, ёб твою, но мозги на лестнице и остались, 5-11, Легбот сдают первую пистолетку, это будет камбэк от этой команды, я уверен, все, здесь шведы должны просто потащить, ну, не должно быть немецкого финала на чемпионате мира по ботам просто, и все. Мне так кажется. Не знаю, как вам, но мне так кажется, реально. Так, может быть, Aces зафанбоились и хотят выиграть этот чемпионат. Под тегом Legbots. Может быть. Вау, вот это перехват инициативы на бомбе, Финн блестяще, Дэйв в яме, тройка проходит, посмотрите, в окне все, встали, а тут, эх, черт, нет, пролезают по очереди, все в эту дырку, Бискер не полез, говорит, жопа жирная, у меня не залезу, и все, идет тащить, ботлефт идет тащить, и его пытается загнать Финн, ботлефт, давай, минус 2, минус 3 нужно делать, меняется позициями с Ботти. И они прячутся. 40 секунд до конца раунда. Вейт пытается загнать атаку. 3 в 3 ситуация. Зига заходит. Еще один игрок. Бомба не стоит. Бомба лежит в пленте. Дэйв будет играть сверху. Падает Трой. Остается Виктор. Витя мажет. Витя мажет. Релат. И Витю зажимают. Все в 3 дула. Витя не убивает никого. Дэйв. Дэйв в доме. О нем не знают игроки атаки. Бомба ставится. И Дэйв должен ловить бомб кэрри. Ой. 6-11. Ну все, шведы сейчас возьмут. Я просто чувствую. Я чувствую, как немцы пукнут жижечкой. Жожоба! Жижожожоба! Ладно, смотрим, что покажут Legbots в этом раунде. Ай, ничего не показывают в этом раунде просто. И вот это риск. Beaten минус Wade, Виктор. Ну, Витя, как обычно. Витя тут трое, Витя...
Гвардиан пишет, bot left, strong, пиздец. Ковач там с ума сходит просто от этого эпика. Ну ладно, он иногда смотрит русские стримы, понимает русский, говорит на нем тоже. Ну вот, ладно, смотрим дальше за зарубой. И я не знаю. Друзья, да я это не придумал, меня Кночин пригласил. Кночин считает... Опа! Ботлефт! Тимкилл! Какая случайность! Какая случайность, брат! Ну тут надо 5 АВП ботом просто брать сразу. Вот даже пишут мне уже кто-то. Тимкилл, конечно, плохо. Минус Бискер. Ну и размен. Размен от гидра от ботлефта. Боттис, АВП, давай, давай, братан. Гвардин там с ума сходит. Гвардин сходит с ума. Та-та-та-та-та-та. Ну и бот left, бот rest beaten, выходят на зигу. И это будет прямая... Да, это будет прямая атака на B-плен через зигу. Просто вот сам прямой не может быть. Смотрите, смотрите, смотрите. Beaten залетает в ад, отвлекает внимание. Это развод. Развод играют шведы. Вот это да. Но нет, ботик хочет развести конкретно. Бомба выходит на B, уже ставится. Сидит. Виктор вообще затупил просто. Не знаю, у него... Смотрел куда-то в другую сторону. Как поставили бомбу, что же теперь делать-то? Из двух сторон его просто мансуют, и в итоге все. Пестик, тычинка, тычинка, пестик. И это ГГ для команды. Уебот, легбот дают камбэк. Ботрест. Что покажет Ботрест в этом раунде? Отличная игра от Ботреста. Ботлефт, ну, должен справляться. 3 в 2. Бомба не дефузится. Финн ищет бомбу, не видит ее. И... Вот это просто гвардия на сын внебрачный, я вам говорю. Смотрите. Он их испугал, они взорвались. Я говорю, так только может внебрачный сын гвардиана играть. Так. Ну что, вот. Надеюсь, что паузы не будет никакой. Все-таки этот чемпионат пройдет без проблем, задержек не будет. Сказал я себе, пошутив над собой и над всем, что есть, но что поделать. Я понимаю, друзья, вы все зашли на стрим, подумав, что это что-то нормальное, что-то четкое, а тут, как видим, это вот такая вот габелка. Так, пусти Рачка, да, Рачков, будем пускать Рачков, много я вот не буду забывать это делать. Вау, боти! Вот это хедшот просто Вейда, та-та-та, ставится бомба и Бот-Дейв. Бот-Дейв, остается Бот-Дейв на точке. И зажим, нет, B90, что за жесть, 5 в 2, все, Бискер сидит, Ботти, Финн, Трой, что они делают вообще, я не могу на это смотреть, у меня сейчас шиза начнется, хотя она уже началась, когда я только начал это делать. Так вот, опять же, для тех, кто только что присоединился к трансляции, не знает, почему мы смотрим чемпионат мира ботов, потому что... Гвардин пишет, какой ХС. Это жесть. Это жесть. 11-9. Мне не дали стримить DreamHack, послав меня на рогах. Меня отморозили с Катовицы, не объясняя мне причины, но, скорее всего, потому что, извините, я зимой после года работы отдыхал полмесяца и просто физически не мог стримить ничего. Замашнили меня из Катовицы, из DreamHack, и все крупные турниры я не комментировал. Но вот чемпионат мира ботов я пока менчу. С радостью. Мне даже право на трансляцию эксклюзивную дали. Так, смотрите, что тут вообще порнуха какая-то начинается в доме. Ёб твою, и там 5 на 5 в доме. Я не видел таких раундов вообще никогда. Вейт уходит просто. Дейв прикрывает, идет Ботти. Ботти будет решать. Бискер. Бискер! Закрыл двоих. Выход в плент. И Вейт, Вейт, Вейт стреляется. Минус, бомба падает. Бот лефт затащил. 11-10. Это камбэк. 23 на 6. Бот лефт. 4 MVP, 53 очка. Бот лефт просто... Бот лефт просто не разочаровывает свою армию шведских болельщиков. И ко мне приносят пиццу. Ура. Пицца, пицца, пицца. Так. Но у нас еще 11-10. И ничего не закончено. Немцы все еще имеют шансы на победу в этой интересной, грандиозной встрече. Я пью чай через трубочку, потому что меня какие-то гопники отмочили, выбили зубы, шучу.
просто через трубочку вкуснее. Ну и ставится бомба опять на Б. В общем, слушайте, шведы, конечно, здесь, да, шведы уверенные. Вейт. Ого, вот это он бодрость-то сейчас понизил просто в звании. Все, ранг точно упадет. Ну и как сейчас будут выбивать, непонятно. Хотя, мне кажется, они выбивать не будут, потому что они вообще... Им вообще насрать, они даже не хотят идти куда-то. Им просто без разницы, им все нравится. И так безумно, они любят бегать в спину. Дэйв не выжил, не выживает Дэйв, все. Финн будет сейчас убивать АКМы, которых один... С ножа трое порезали ботлефта. Малыша зарезали опять. И за вторым. Давай, ёп. Ну, надо было минус 2, 11, 11. Экономика защиты упала. Все, сейчас будут решающие раунды. И вот на них-то мы узнаем, кто же все-таки одержит победу во втором полуфинале. Напомню, что в первом полуфинале команда российских ботов, бот здоров, уступила все-таки немцам. И мы остались ни с чем. Так, пока что я жду вас в твиттере. SL4MTV. Ваш привет, ребят. Ваш привет и с радостью кому угодно. Сегодня такое. Сегодня день, на самом деле, в честь Дня Дурака нормально. Вот, как говорит Кночин, в Европе День Дурака — это выходные. Вот люди занимаются просмотром Bot World Championship, просмотром еще что-то. Так. Так, ну Bot Left Strong, смотрите, выход Б, Ботрест минус Витя. Финн пытается принимать, удается сделать один минус. Ботрест, АВП, битан. Так, ну вот без ботлефта, как видим, команда из Швеции совсем насосала. Остается Ботрест, который испугался и ушел вообще в другую часть карты, сделав минус... Почему у него минус 3 в статистике? А, минус 1, все. Ну вот его тут поджали, да, не дают уйти. Он пытается, конечно, сейчас выйти на Б, попытается, наверное. Но, по-моему, вот он задумался, как это, что происходит, почему клумба упала. Он не думает, что по нему стреляет, он думает, что клумба... Да, вообще отличная идея, ёпта. Вот эта стрельба просто... Вау! Он сделал минус, идет 1 в 2 тащить на 28 секунд. Он как бы не успеет сейчас. Залезает на лестницу таким бодрым рывком. Прямо... Во-хо-хо! 18 секунд, идет тащить. В этот момент, посмотрите, что происходит. Эти два дауна зашли на центр и стоят, смотрят на лестницу. Выдержит она нас или нет, если вдвоем сразу полезем. Ну, говорит, да, выдержит, вроде выдержит. Ну что, полезли? Да, давай. Время закончилось, что Ботрест сделал? Ну, Ботрест нормально, хотя бы на деньги сыграл. Все, экономика есть. 12-11 у Ебота, наконец-то размачивают счет во второй половине. Это жара. Но заблокировал одного кадра, извиняюсь за то, что пришлось это делать в эфире. Просто не важно, что происходит в чате. Важно, что происходит в игре для меня, а не то, что происходит в чате. И пока ботлефт берет и мстит за прошлое... Ну, это 12-12. Такие волевые усилия, конечно, шведы сейчас проявляют. Я вам скажу, что даже СК образца 2003 года такого не могли себе позволить. Так, ну, битан, все, надо ставить бомбу, но он что-то как-то... Вау! Вот это фраг на Верочку! Убивает крысу и... Все, Ботрес будет прикрывать. Ботти его АВП. Идет суппортить тиммейтом. Видит врага. И это... А, тихо, ушел за стенку. В последний момент перестраивается. Будет ловить в пиксель. Нет, ждет слева, ждет справа. Финн. Что скажет Ботрес? Ёб твою, Ботрес мажет и Ботти... Да, это вообще просто, я не знаю. У Еботы сейчас просто вытащит с такими раскладами. Это дефьюз бомбы! На-н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 а! И демки мувики 13-11. Немцы все-таки не хотят пускать шведов играть в суперфинал. Не хотят. Не хотят, и мы с вами это видим прекрасно.
Так, ну это вообще просто, я не знаю, смотрите. Прикол какой. Я тут ям сижу. Сори. Как вот эти типы... Не, я вот не понимаю, как боты играют, реально. Они чуть вром садятся на, выбивают вот это, смотрите, вот это. А вся остальная команда... Ладно, ботлейф должен сейчас под свой контроль был взять все, но не вышло. Надежда на Битона. Ну что ж, сможет ли... Сможет ли виртуальный клон Хитона что-то сделать, или виртуальный клон Фореста с разменом? 14-11. Ну, еботы, слушайте, вот немцы организуют этот чемпионат, между прочим, и какие-то боты у немцев посильнее. Вот не скажите, но... Например, в первой игре, в первом полуфинале против российских ботов «Будь здоров», тип там, ну, бот ниндзя дефьюзил, например, да, и ничего с этим нельзя было сделать. Ну все, по 90 опять, 5 по 90 и понеслась. Так, да хватит мне писать уже в Steam, успокойся, а то там сейчас будет такой же блок просто. Так, где там у нас чат? Был где-то здесь чат, вот он. Я его что-то не могу найти вообще. Мы просто делаем вот так. Оп. Слэм, привет, я Соска. Давайте посмотрим, что это такое. Так, ну а здесь, не, шведы, смотрите, зашли на Б-плент. Вот нашли слабое звено у... Трое компаний, 12... Не, ну здесь волевая борьба. Волевая борьба, и с этим ничего не поделать. Так, ну чё, вот написал нам чувак, что он соска. 93 часа в CSGO. Что еще? Играет в Mirror Edge. 14 часов смог отыграть. 21 марта. На больше не хватило. Light out и больше ничего. Сам из... зовут Егор. И, Егор, я поздравляю, ты соска. Ты сам нам это сказал. Вот доказательства. Так, ну мы читаем дальше чат. Передай привет моему брату Максиму Резипову. Мия просит, передай привет пухлому Максиму под ником Хук. Спасибо, что за Мия. Миа. Или это тоже какой-то супер задрот? Сергей Качалин. Москва, Москов Сити, Russia Federation. Любит Масия Масла. Какая-то штука. Вот это молодежь пошла у нас, а. Так, Слэм, что за кал? Почему стоят средние против легких? Нечестно же. Что значит нечестно? Все тут нормально, все тут честно. Смотри, вон Бискер сейчас будет брать раунд. Смотрите, пытаются задавить Виктора. Бомба на центре. Пытается, вот, чтобы ее забрать, надо убивать Виктора. Правильно думают боты из Швеции. Остается Вейт, который какого-то хрена оказался в коврах на Б. Да, его профиль волжский. Еду через несколько дней. Все, ксоски уже собираются, да? Днепропетровску привет. Шатап, шатап, шатап. Шатап, шатап, шатап. У кого-нибудь шмотки есть ненужные? Вот это, да, вписался парень. Ну и вот так вот. Все, чат пока закрыт, ребят, я в него вернусь попозже, чтобы вы здесь не флудили. То с ума сходите. Смотрим дальше. Вау. Ну, тут надо убивать сейчас ботти, плюботти. 13-14, шведы не сдаются. Просто не сдаются. Ну и матч продолжается. Ну что, шведы вот старались, стараются, да? Вот боты из Швеции вообще по полной просто. Виктор, опа. Аркадит яму, Ботрест. Ботрест не может ответить, но отвечает уверенным хедшотом. Боти не выходит с ковров. Дэйв давит двоих. Дэйв давит третьего. Давай, давай, давай. Финн помог. В ассисте Дэйв. Ботрест последний. 1-4. Все очень плохо. 15-13. Ну и боты берут ничью. Что можно сказать? За 34 секунды заканчивается раунд, господа. Какой призовой? 250 миллионов... 250 миллионов хрен пойми чего. Статистика. 20 бот... Бот лев 29 на 12. 22-21. Бот разбитен 21-13. 17-15. Бискер и Ботти 12-14. Реально Ботти. Ну и у немцев, смотрите... Дэйв 18-19, 21-22 трой, Финн 13-19, 14-20 Вейт, и Виктора, по-моему, кикнут 8-22. Ну, имя русское играет как предатель, походу, в команде, но сейчас он может умереть на Б-пленте, и все закончится для
Олег Бот с счетом 15-14. Опа, Ботрест отрезает, аплент на него отвлекаются все, бомба Б и... Ого-го-го-го. Вау, Витек, епта. Зажал, показал. 3 в 3. Но, по-моему, сейчас сгруппироваться просто сил не хватит ботом. Хотя нет, два с кухни заходит, один зиги. Биттон вышибает первого. Биттон вышибает второго. И это 15-14. Такая борьба, конечно. Все должно было быть иначе. Биттон от вейт прыгает. О-ло-ло-ло. Сейчас взорвет троих, смотрите. Не все взорвались. Ну и на последний раунд АВП от Ботти, друзья. И он идет на Б, 3 идут на... Бомба идет через мидл, походу тоже на Б. Ботти будет прикрывать бомб кэрри. Ну все, это борьба, это овертайм, друзья. Это овертайм. Я вам говорю, это самый лучший турнир, который я когда-либо смотрел. И весело, и интересно. Посмотрите на это просто! Просто на это посмотрите! Гарем какой-то в пленте! Ай, Ботти! Мажет! Теряется в стрельбе! И атака пытается развернуться, но затупил Биттон. Бискер говорит, идем в ковры. В коврах уже сидит один бот и приходит второй. Бискер пытается попадать, но трое смотрят на него. Это 16-14. Если сейчас Бискер не попадет... Ёб твою, давай, Бискер, стреляй, уходи. Нет, он не уходит, и в Ботрест остается с ботлефтом. Ботлефт, статистика, 29 на 12. Он должен сейчас потащить. Заходит, да бомба в коврах, мать твою, куда ты идешь? Вот тут чекает плент вместе со своим тиммейтом, чтоб на верочку, как говорится. Немцы сидят на бомбе, и ботлефт должен сейчас брать 15 раунд. И есть минус от ботлефта, это 30 фрагов. 30 фрагов, которые мы не ожидали с вами, будет 31-й. Стрельба подводит, стрельба ботлефта. Дэйв его обманул, ушел, и тот перезаряжается. Вот это поворот. Вот это поворот просто. Вейт прячется от Ботреста, Ботрест его замечает. Ботрест не знает, что делать. 18 секунд, Дэйв выходит на помощь, и Ботрест. Анал Ботрес Линдберг залезает на ковры, 5 секунд остается, это ГГ никого не замечает, пытается на морозе пойти забрать бомбу. Ну и это 16-14, друзья, следующая карта The Cobble, следующий матч мы с вами будем смотреть через 10 минут, оставайтесь с нами, далеко не уходите. В гранд-финал этого чемпионата, как вы понимаете, попадает... тут, да, куски пиццы лежат с тарелкой. В гранд-финал этого чемпионата попадают все-таки две немецкие команды. К сожалению, для шведского ботстека ничего не срослось, ничего не получилось. Ну и мы будем продолжать вести репортаж с этого ивента. Пока что я почитаю ваши комменты и то, что мне вообще написали за это время. Так, очень хотелось бы фан-моменты сохранить и подборку сделать. Все видео доступны на ютубе, на КССЛТВ. Опять-таки, это тоже мой ютуб. Я могу доказать, у меня он к телефону привязан. Ха-ха. Так, 300... Так, у З1... Так, что тут происходит? Гвардин. Гвардин следит за чемпионатом. Так, я плачу, ахаха, говорит Twitch TV VG League Live Now. Саша пишет: привет, передай, пожалуйста, привет Хлое, я ее фанат. Дай его профиль, я в Волжск еду через 20 дней. По делам я заеду. Так, бот лефт не огорчает Гетра. Сейчас мы узнаем, что там Гидрайт думает вообще на эту тему. Гидрайт так и не ответил. Его, наверное, просто нет. Он думает, что сегодня никаких турниров нету и пропускает самое главное. Пропускает самое главное. Так, тем временем, читаем быстренько вебмани. Передай привет самураям в шортах. Зверик, 25 ВМР. 0.31 ВМЗ. Передай привет Андрюхе и Диману Вокезу. Или Вакезу. Как-то так. Держи, чтоб ты обосрался. Спасибо большое. Привет от Саши Шутера. И тебе, Шутер, привет. Передай другу идиоту Олегу Нарену. За одну копейку вот то, что написал, я озвучил. Передай привет другу идиоту Олегу Неркарараньяну. Не выговорил я. Спартакус просто пишет. Донейт и кидает 300 ВМР. Спартакус, ты вот донатишь просто, я не знаю. Мне уже стыдно. Передай мне привет, Мейкл. Привет Мейклу.
Лови и привет передай Ховчику. Ховчику или Ховику. Слами передай привет криворукому Гелику. Слами передай привет СВД. I'm sorry, больше нету, а скинуть хотелось. Спасибо. Включи ботом голосовой чат, там их нету. Сейчас надо попросить, сейчас надо. Стоп. Голосовой чат, точно. Hey. Guys, бот. Прошу я, чтобы нам сделали звуки, которые боты говорят. Это же прикольно. У них там, представляете, типа... прикол какой, типа... Негатив. Roger Z. Так. Все, Кночин уже фиксит. Сейчас они найдут эту... эту бодягу. А кто знает, как включить, напишите мне просто, как это на GoTV включается. Если вы знаете, я готов это включить и попросить, чтобы включили. Тогда просто мы будем слышать, о чем боты думают. И помимо этого будет как бы понятно, что и как. Так. Оп, я завтыкал, признаюсь. Won't be so awesome. Roger Z. Я не могу просто, это какая-то габела. Ладно, ребята, музыкальный перерыв, и в финале у нас играют. В финале у нас играют команда 99 Damage Junior Bots против Uber Hover Bot. Они же уеботы. И они сразятся через 4 минуты. Мы к вам вернемся как раз-таки к этому времени. И будем смотреть уже финал, как говорится, этого мега приятнейшего чемпионата. Только вот надо пофиксить было то, что... Вот мне интересно, если бы был матч за третье место, выиграли бы... шведские боты или все-таки бы наши боты это смогли сделать. Так, ну 17:00 по цету, 5 минут до матча, друзья, немного музыки, я вернусь через несколько минут.